Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Мы сегодня будем... Сегодня у нас 10-е сутки, как у нас инкубируются гусиные яйца. Сегодня мы их будем проверять на оплот и поменяем влажность. У нас влажность была 70%. Сейчас будем ставить 60%. Сейчас мы поставим влажность 60%. Температура, а она сама, да, перерегистрируется. Угу. 60. Все. Вот у нас инкубатор запищал, потому что влажность больше 70. Сейчас она нормализуется, инкубатор перестанет пищать. С 14 суток нужно будет их доставать еще два раза в день на 10 минут, чтобы они охлаждались. Сейчас мы достанем их. Что, переворот надо включить. Все, остановка. Сейчас достанем и проверим их на оплот. Что у нас там вышло? Яички. Наверное, свет выключить. Опа. Опа. Ну, ё-моё. Проверяем обычным фонариком. Так, ну, тут вроде все окей. Здесь, похоже, нет. Похоже, нет. Так, это такое тюремное. Непонятно. Похоже, оплодотворенные. Вот, вот воздушная камера у меня. Какие-то прямо вообще, да, темные? Какие-то немножко темные. Что-то неоплодотворенное, сильно светится. Это тоже похоже. Здесь вроде начинается что-то. Тоже непонятно. Еще как-то плохо, да, понятно? Угу. Каких-то хорошо видно. А, так не доставать. Каких-то не очень. Доставать тоже неудобно будет. Вот потом. Темная, да, тоже темная. Тут тоже вон эти капиллярчики, смотри, по яичку. Похоже, не оплот. Вот. Тоже капилляры, смотри. Ну, сколько-то есть неоплодотворенных? Ну, не так много. Раз, два, три, четыре, пять, шесть,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Здесь 14 яиц у меня будет. Давай еще тебе посмотрим. Все равно оставим, может, мало ли что-то изменится в будущем. Через недельку еще раз проверим. Шестнадцать яиц нет уже творенных из 50. Так, это что получается? 34 оплот, да? 16 не оплот. Ну, посмотрим еще попозже, через 14 дней, когда начнем доставать. А пока вот такие у нас результаты. До новых встреч. Мы пошли купаться. Пока.